Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня, и мне пришли новинки каталога номер 5. Ну и не только новинки. Смотрите, все-таки я приняла решение, что буду эти новиночки снимать отдельно, потому что очень хочется рассказать о них свое мнение, потому что вещи действительно пришли клевые, классные и качественные. Вещей много, но заказала я, к сожалению, только то, что мне было доступно. Доступно многое мне стало позже, и я, если честно, подзапуталась. Вот эти сумки я уже заказала намного позже. Их не было за 2 недели до начала продаж, они появились позже. Но могу сказать вам, что все сумки нравятся. Сейчас вот так вот визуально. Единственное, жаль, что нет обычной классической черной сумки. Ну почему бы не сделать черную сумку, не понимаю. Честно, откровенно, не понимаю. Сейчас в программе Faberlic Drive я вот с этими тушами видео сняла, с палетой наливных помад видео сняла и так далее. Новинок, в принципе, много. И подарки вообще будут очень-очень крутые. В общем, смотрим новиночки. Пока что вот так на данный момент. Вот, покажу вам, что я буду делать в отдельном обзоре, потому что их целая куча оказалась. Артикул 826-728 в размере XL, футболка с декором, цвет розовый. Хочется просто показать вам на данный момент качество. Первый раз при вас все открываю. Картонка вот какая-то, видите, вставлена. Далее такая вот футболочка, ну и такой вот маленький декорчик звездочка. Вещи очень классные, классно пошиты. Тут указано, как стирать, как за ними ухаживать. Состав 95 хлопок, 8 эластан. В общем, я довольна. Цвета, кстати, цвет передается один в один. Спасибо, моя дорогая камера. Сегодня ты не врешь. В общем-то, все великолепно. Все здорово. Я прям уже знаю, что вот эту футболку я себе точно оставлю. Я обожаю футболки, какие-либо спортивные вещи, и с превеликим удовольствием буду их носить. Далее пришли такие модели, как джемпер лэнгсливы различных оттенков. Оттенки реально красивые, такие прикольные. Вот целая коробочка новинок. Буду прям снимать, смотрите, да? Вот такие классные надписи, вдохновляю на лучшее у футболок, у черных. Тут пришли детские костюмы розовые, викуськи моей. Это автозаказ тут был. В общем, вещей целая огромная куча. Пришли брюки со стрелками из футера. Очень хочется посмотреть их качество. Угу. Давайте взглянем. В общем, будет целый классный отдельный обзор. Вот такое вот качество. Темно-синие такие классные брюки. Вот тут вот аннотация, как ухаживать за ними. Вот такая вот классная новая коллекция. Ну, что могу сказать. Брюки очень плотные, теплые. Все швы, все очень-очень хорошо прошито. Что, в принципе, радует. Тут есть такой какой-то, видите, немножечко даже увеличить. Вот так вот ворсик на чёсик. Тепленькие такие, хорошенькие, очень плотные, на весну самое то, прям красотища. Я в восторге. Мне кажется, очень-очень удобно будет. Так, что еще пришло? Это джемпер с коротким рукавом из футера. Размер XL, 92 хлопок, 8 лайкра. Состав, артикул 826-572. Тоже, конечно, меня этот джемпер удивил, потому что такие вот огромные рукава. Не знаю, как они на мне будут смотреться. Хотя в каталоге я его видела. Вот, и мне захотелось на себя примерить такую модель и очень-очень красивый цвет. И везде, вот обратите внимание, везде такой вот он внутри мягкий, клевый, классный. То есть снаружи тоже мягкий, клевый, классный, но внутри еще красивее. В общем, супер, они очень теплые, прямо очень теплые. Они равны по плотности, по тяжести с теплой кофтой, с хорошей такой добротной теплой кофтой. Мне кажется, что там для прогулок еще для чего-то прям хорошо будет. Заказала, как вы видите, тоже все цвета, все, что мне было доступно. Вот, сумочки уже, конечно, будут в следующем обзоре, я их не буду дожидаться. Скорее всего, я уеду в Нижний Новгород на встречу, но то, что мне пришло, я с превеликим удовольствием сниму для вас. Пришло реально много, коллекция реально стоящая, реально крутая, теплая, классная и очень качественно пошита, прям качественно, мне понравилось. Так, побежим с вами далее. Закончился у нас чай Бронха. Ну, слушайте, девчонки, великолепный чай. Вот только начинает после простуды что-то отхаркиваться, у ребенка, у взрослого, неважно. Вот этот вот чай, он просто ускоряет процесс,
в несколько раз. Артикул 156-69. Тут просто наивеликолепнейший состав. И вот этот состав, вот, прям увеличила вам, именно этот состав, он дает невероятные классные действия того, что вот какая-то синергия, что ли, получается. И реально все очень хорошо отходит. Вся мокрота, все. Поэтому, кто приболел, не забывайте в аптечке иметь вот такие чаи, как бронха, иммунити, олива и так далее. Их, кстати, частенько разбирают, их частенько не бывает на складе, что говорит о том, что компания не успевает наделывать. Но когда они есть, я беру по 10 пачек. Я вам честно скажу. В карточке «Твой бонус» у меня еще тут будут не только VIP-новинки, но еще и карточки «Твой бонус». Я вам буду показывать, что я заказала. Мне пришло 6 коробок, я все взяла по несколько штучек и объединила в 3. Тут сейчас перед вами объем 6 коробок. Так, в распродаже я тыкнула. Это была распродажа с 70% скидками, расслабляющая крем-масло для душа. Очень давно его люблю, очень давно им балуюсь. Мне нравится аромат мелатонина. Это такая нежная, легкая свежесть, но она бьет в нос. Так воняет, можно сказать, очень вкусно. Артикул 26.14. Кожа после него действительно не сохнет, и на ночь классно принимать с ним ванну, потому что мелатонин, он нам дает не сонливость, а что-то типа умиротворения. Прям обожаю. Дальше. Это карточки «Твой бонус» Феста Дивита. Искристый такой аромат. Напоминает мне немножечко такое сладкое, сочное, клевое шампанское. Вот он прям такой, знаете, искристый. Артикул 3023 Феста Дивита. Нежный, легкий, суперский аромат. Биосвежитель воздуха. 100 лет его не заказывала. Он долгоиграющий. Артикул 10901. Классно освежает. Легкий, аквафтический такой морской аромат. Очень приятный, нежный. Поэтому я их тоже побольше заказала. Дезодорант. Все-таки не зашел мне тот дезодорант с ароматом хлеба. Забыла точно. Тоже есть для крем с кремовой такой крышечкой, он мне вообще нисколько не зашел, а вот эти нравятся. Но если честно, в VIP новинках я увидела дезодоранты, спреи. Их я, конечно, люблю больше, и больше их любит, конечно, моя дочка старшая. В принципе, ладно, захламилась так захламилась, и расходую по чуть-чуть. Этот аромат, у него прям натуральный такой классный аромат персика, артикул 0509, он идет шариковый, очень нравится. Израсходую с удовольствием. Элисар, полноценная версия, по-моему, 70% скидкой. Я ее ухватила по карточкам «Твой бонус», артикул 3069. Главный розыгрыш у нас еще впереди, ждем. Так, далее маски. Маски. Авокадо, пару штучек. Это у нас идет как питание масочка. Тканевая, она не требует смывания, что очень нравится. Артикул 2074. Дальше я взяла, это все я нахватала по купонам, ой, по карточкам, вернее, «Твой бонус». Вот честно вам скажу, что 40% скидку тоже не хотелось терять, поэтому я набрала масочек. 2070, это обновляющая маска с ретинолом. Приятные ароматы, не бьющие в нос. Куинсим Q10, это антиоксидантная маска, 2075. Далее детокс маска, как вы видите. Все масочки я оставила тут, но, если честно, 3 уже израсходовала, пока пыталась снять. У меня поднялась температура, и мне было так жарко, и я так шлеп маску на лицо. Господи, как приятно. В общем, не один день я потемпературила. 2073 – это детокс маска для лица. Тоже супер. Чиститься тоже нужно, не забывать. Так, дальше. Матча. Очищающая маска для лица. Очищение тоже наше все. 2071. Антивозрастная маска для лица. Молодость называется. 2072. Это с гранатом она идет. Очень много набрала вот таких масок. Израсходовала уже 4 штучки. Пока у меня тут коробка на обзор лежала, я уже 4 штучки израсходовала. У нее не очень приятный аромат, но я вам могу сказать, что она клевая. Она классно действует, она классно выпрямляет абсолютно все лицо, что очень нравится. Что она делает? Тут написано «невероятные ароматы разнотравья». Ну да, можно так сказать, но мне неприятен этот аромат. Мягкость свежей травы, восстановить силы, подобно неспешной прогулки по летнему лугу, тканевая маска дарит минуты, которые принадлежат только тебе. За счет формулы с маслом, семян конопли, она смягчает, тонизирует, глубоко увлажняет кожу. Да, действительно, все так. Действительно, все так. Никакого раздражения, ничего нету. И у нее какое-то есть пролонгированное действие, как будто бы вот даже ближе к вечеру ничего не хочется наносить после нее. Какая-то вот мощная, сильная маска, хорошая уходовая маска. 2045. Вот попробуйте, кто еще не пробовал, не пожалеете. Так, что у нас тут? Так, это у нас, тут гранаты и так далее. В общем, вот это все повтор. Далее, как же без этого?
как же без этого? А, вот, кстати, иммунити чай. Очень крутой чай. 157-70. Как же без этого? Это шелковистый именно гольф. Я раньше брала носки, но замечаю, когда женщины Фаберлик сидят где-нибудь за столом в брюках и кладут ногу на ногу, то носки видно. И это не очень красиво. Я начала брать гольфы, и оно действительно более эстетически красиво смотрится. Шелковистые гольфы очень прочные. 20 ден. В одной упаковочке две пары. То есть я взяла 4 пары. Тут идет состав 85 полиамид, 15 эластан. Артикул 804-12. Очень хорошие гольфы. Брала, буду брать и рекомендую всем, кто это дело любит. Потом я заказала огромное количество пены, потому что на данный момент к нам ходит дефектолог, и у нее одно занятие в неделю – это вот такая баночка пены. 0,5-2,0. К сожалению, муж ей не бреется, потому что ему не видно, где там родинки и какие, чего еще. Ему нравится больше гель. Но вот дефектолог очень зашла вот эта вот упругая пена. Она говорит, в магазине такой классной упругой пены, которой надо не так и много, очень сложно найти. Артикул 0,5-2,0. Дальше мужу шампунь гель для душа, но он его использует только как гель для душа. Очень обалденный аромат, большая версия. Тоже взяла много штучек, 13-12. Как у меня муж говорит, у меня, говорит, то 10 стоит гелей для душа, то ни одного. Ждем карточки, твой бонус, ждем купоны. Жена опять закажет кучу. Ну, так вот оно и есть. Пусть он смеется, но в его шутке как раз-таки истина. С артикулом 18-83 заказала шампунь глубокое восстановление Ever Strong. Очень он мне нравится. Приятный такой аромат. Туши заказала. Туши мне очень зашли. Я думаю, вы эту тушь узнали. Это объемная тушь, новинка. Очень зашла тушь, и всем моим девчатам эта тушь зашла. Артикул 50-373. Обалденная, классная, суперская тушь. Скажу больше, недавно с ней гуляла под снегом, и она довольно-таки хорошо выдержала. Я не ожидала, что она выдержит прям на ура, прям вот так идеально. Прям хорошо выдержала. Так, дальше. Это у нас Nude Illusion. Это увлажняющий крем-тин для лица. Артикулы у них одинаковые, 63-55. Это очень классный крем-тинт. Он идет, во-первых, SPF 25, во-вторых, наконец-то у меня закончились тоналки предыдущие, в таком вот тюбике суперском. И вот таким образом, но сейчас он новенький, поэтому придется подождать. Он выходит как беленький, и когда вы его начинаете наносить, из-за того, что он SPF 25, он сначала такой вот выходит, а потом вы его также кисточкой, спонжиком, чем угодно разносите. Он, конечно, не супер, как даже выразиться, не супер у него перекрывающие способности, но он реально стоящий. Он выравнивает кожу на ура. Вот даже вы видите мою руку, ну тут я плохо разнесла, но это не столь суть важно, что я плохо разнесла. Просто обратите внимание, вот рука, разница просто, колоссальная разница. Поэтому, конечно, мне нравится он, потому что он суперски выравнивает, он очень хорошо выравнивает кожу. И что-то, да, какие-то недостатки крупные, уж если уж что-то не понравится, я рекомендую просто взять консилер и просто воспользоваться консилером. Потому что вот этот вот SPF 25, я прям балдю от него. Так, еще одна такая же тушь. Так, дальше, что у нас пошло? It's clear, it's clear. Так. А что это такое? А, это натуральный бальзам для губ с вкусом клубники и авокадо. У меня уже закончились такие классные уходовые средства. Очень понравились. Прям всем рекомендую. Они действительно ухаживают на ура. И мое мнение, что они должны быть прям в каждой аптечке. Артикул 4103. У них очень богатая аннотация, потому что тут в составе есть и витамин Е, и органическое масло авокадо. И он идет как натуральный бальзам для губ со вкусом клубники и авокадо. Источник красоты, здоровья наших губ. В общем, очень классно. Классно работает, надолго увлажняет. Это не пустышка. Он мне действительно понравился. Вот. Они нежные, легкие. Они идут без всяких там, как вам сказать, без всяких подсветок, да, это просто обычный бальзам для губ. Такая вот тут крышечка идет у них у всех. Сейчас у меня в руках 4104. Ну, как обычно, вот эта вот защитка, которую надо полчаса отдирать. Вот она, таким вот образом. У него вроде бы есть какой-либо цвет. Так вот, видите, такой вот он маленький, хорошенький. У него вроде бы есть какой-то цвет, но на губах он не заметен. То есть такой вот просто блестящий, красивый оттеночек. И если у него есть запах, то вкуса у него, ну, нету. Какой-то есть немножко привкус, но я его особо не ощущаю. Тут идет органическое масло макадами в составе идет, и также витамин Е. 41-104, блеск со вкусом ванили.
но вкуса я особо не чувствую, я чувствую только запах. Так, далее, следующий у нас идет, это натуральный бальзам для губ с артикулом 4102, источник красоты и здоровья, идет органическое масло маракуйи и масло манго, и также витамин Е. Такой вот он 100% натуральный, классный, не наносит вреда ни человеку, ни окружающей среде. В общем, мне очень-очень они нравятся. На подарок тоже девчонки, все, кому я дарила их вообще, они безумно меня благодарили и уже все не по разу купили. Вот вы представляете, вроде бы что такого, а покупают и пищат от восторга. Ну что ж, я счастлива, что компания Faberlic делает так, чтобы понравилось всем. Далее, конечно же, это по купонам 70% скидка. Я взяла маску для лица шеи декольте Ультра Лифтинг. Чем она мне нравится? Ну, сейчас я, конечно, ручками туда не полезу, но покажу вам эту масочку. Ее вы наносите, ее не нужно смывать. Ее нужно делать 2-3 раза в неделю. Кстати, вот так можно сделать. Ее нужно наносить 2-3 раза в неделю. И действительно кожа выпрямляется. Неважно, используете ли вы ее вместе с другими средствами One Week Miracle. Ну, нет, неважно. Вы можете использовать как-нибудь вот отдельно. Я прям в восторге от нее. И вот знаете, вы только нанесли вроде бы, а уже такой прикольный результат. У нее есть приятный очень аромат. Такой неброский. Клевый, артикул 0654. Она приходит не упакованная в пакетик. То есть так, вот так вот, как я вам держу в руках, она так и приходит. Артикул 0654. Ультралифтинг. Тут очень такая богатая аннотация. И чем мне эта масочка запомнилась? Тем, что я ее делала всего лишь раз в неделю, и мне ее хватило очень долго, на полгода. Я ее делала тогда, когда у меня кремы все стоят в комнате, а она у меня стоит в ванной. И вот когда мне лень, я уже совсем устала, вот какой-то такой насыщенный был день, мне нравилось, что я ее вжих-вжих на лицо, прямо на лицо, на шею, на декольте, и все. И пошла спать. То есть мне вот это понравилось. Тут в составе идут биомиметические пептиды, которые ускоряют восстановление кожи, очищают ее от токсичного белка и прогерина. Также натуральные молекулы сахара, которые отвечают за увлажнение всех слоев кожи. Также кислородный комплекс Новофтема-2, который обеспечивает доставку кислорода и активных компонентов в глубокие слои кожи, что тоже немаловажно. И биоактивный сверциамарин, который способствует заметному сглаживанию морщин уже за 7 дней. Вот такая штука. Ну, за 7 не за 7, но кожа действительно лучше, ровнее, поэтому ухаживайте за собой с любовью. Так, дальше. Заказала я, по-моему, даже 8, что ли, штук вот таких вот всяких разных, по 4 каждого вида или по 5, уже не помню. Это у нас восстанавливающий бальзам для поврежденных волос, 0196 артикул, 150 мл она идет. Далее у нас универсальный бальзам для всех типов волос, артикул 0194, тоже с очень классным, как и предыдущий, натуральным ароматом морожки, он тоже 150 мл. Так, ага, ну их тут сейчас будет повтор за повтором. Не устояла взять с хорошей скидкой вот этот вот Квеншип фиолетовый, как я его называю. Очень мне понравился. Ну, кто говорит, что он не стойкий, ну, не знаю. На мой взгляд, он очень даже стойкий. Не знаю, я бы поспорила, потому что я его чувствую долго. Он идет 50 мл, артикул 3341. И именно вот этот Квеншип меня, конечно, поразил. Розовый, к сожалению, мне не очень понравился. У него не очень такой приятный какой-то вот этот вот сладкий какой-то вот вкус, который я с детства не люблю, если честно. И меня даже укачивало от этого запаха с самого детства, когда наша учительница его, ну, приносила с собой в класс, как бы так сказать. Мне действительно было нехорошо. Поэтому, конечно же, мои дорогие, у каждого свой вкус и цвет, но вот эта водичка я прям не могу. Муж сказал, на мужскую похоже. Нет, она не похожа на мужскую. Она женская. Так, с артикулом 6512. Это у нас идет увлажняющая сыворотка праймер. У меня уже есть открытая, я в предыдущем обзоре вам ее показывала. Она действительно здорово подготавливает лицо к макияжу. Поэтому, пока я выбирала, что ж такое со скидкой заказать, как она мне попалась, я сразу на нее кликнула. В составе идет в активном гиалуроновая кислота. Идет и еще два комплекса ухаживающих. Плюс ко всему, нам заявлено мгновенная свежесть, длительное увлажнение, выравнивание и разглаживание кожи. Действительно так. И очень хорошо ложится тональный крем, если не перебрать. Артикул 6512. Вот это, не знаю, находка всех визажистов, наверное. Потому что люди в
в каком только состоянии на макияж не приходит, особенно я. Вот скажу вам честно, я прихожу в ужасном иногда даже состоянии на макияж, потому что когда у меня бывают двух-трехдневные какие-то мероприятия, то я прорабатываю точечно своих новичков, которые на это мероприятие приехали. Я обычно бываю организатором очень часто мероприятий, я выступаю на сцене, мне нужно подготовиться и так далее. И у меня столько много дел, что я сплю по 2-3 часа в день. На второй день я более-менее такая еще помятая. А на третий день, когда ты 2 дня подряд спишь по 3-4 часа, это уже просто видно. По лицу видно, что ты, ну блин, какая-то не такая. И получается, к сожалению, да, прибегаешь к всяким маскам, к всяким вот этим штукам освежающим. И действительно, они помогают. Вот спасибо, что они очень классно помогают. Спрей антиперспирант. Вот как раз таки муж у меня больше любит спрей. Артикул 2679 обещает эффект до 3 дней. Он мне еще сегодня как раз таки рассказывал. Я его спрашивала: Антоха, почему именно спрей? Он говорит: ну, во-первых, он действительно супер-мега надежный, 2679. Я говорю: ну, есть же шариковый, почему именно спрей? Знаете, что он мне ответил? Он сказал: ну вот иногда бывает, душ сходишь, сразу не нанесешь, забываешь. И, допустим, через час его нанес, и ничего ты с дезодорантом не сделал. А шариковый дезодорант уже меняет вкус и цвет. И действительно, я с ним соглашусь. Особенно это бывает где-то на курорте, в жару. А этим пших-пших, и все. И ты снова вкусно пахнешь. Вернее, ничем не пахнешь. У него очень легкий такой аромат, нейтральный, я считаю его унисексом. Влажные салфетки для интимной гигиены, дезодорирующие салфетки. Это все было 40% скидкой, поэтому я натыкала. Значит, интимная гигиена 20,67, а дезодорирующие салфетки получается 24,69. Ну и заказище, да? Так, Валентин Юдашкин Голд. Только ее заказала недавно, и меня уже ее купили. Артикул 3003. Вот буквально сегодня мой парикмахер, воспитатель моей Виктории и так далее, вот они все вместе собрались и сделали у меня заказ более чем на 200 баллов. Вот буквально сегодня, на момент съемки этого видео. Ну, что поделать? Ну, вот так любят люди Фаберлик. Артикул 3003 Валентин Юдашкин Голд. Это парфюмерная вода, которую я не люблю. И я вам скажу больше, я ее терпеть ненавижу. Она мне не нравится, она меня раздражает, но меня ее покупают на постоянной основе. Кто-нибудь докупит. Вот открывают флакон: а, как вкусно, Ань, продай. И идешь, и говоришь: у меня есть закрытая упаковочка, давай посмотрим в каталоге, сколько стоит, и продаешь. Вот просто вот только кладешь на полочку, из полочки достаешь буквально в течение недели и отдаешь. Вот представляете, как оно бывает. Так, зефирка. 100 лет ее не заказывала, по купонам заказала, чтобы у меня такая была версия 30088. Яркий такой, сочный, сладкий, нежный, томный такой аромат. Прикольная она такая. Ей побрызгался, она надоедает быстро. Ужасно. Вот мне за неделю, но пока я ее использую, она мне поднимает настроение своей вот этой вот простотой, игривостью, односложностью. Вот она такая, да, ну слишком сладкая. Для меня приторновато, и поэтому за неделю надоедает. Я ее убираю в дальний ящик, а потом там через месяца, там 3-4 могу достать. Артикул 3103 Аора. Ну, это такой женственный, приятный, классный. Я бы не сказала, что легкий, но для меня, в принципе, он легкий аромат. Очень даже. И Алатау, это денежный аромат. Это сладкий морской бриз, что ли. Ну, вот какой-то такой классный аромат свежести. Аромат свежести, аромат денег, да, то есть вот так вот. Так, стирку пробежимся быстро. Концентрированный гель для стирки цветного белья 30-842. Это новинка, я его еще не пробовала. Абсолютная новинка. Так, далее карандаш. Карандаш 502-12. Да, уж запакую, только бы ногти лишь бы не сломать. Так, вот такой вот карандашик 502-12. Очень такой клевый, прикольный. Я взяла такой вот тон, такой вот оттенок. Он мне кажется светловатым. Вот, но с другой стороны, он будет дополнять. Просто дополнять. Ну, грубо говоря, заполнять проплешинки, что ли. Вот у меня совсем таких карандашей нет. Скорее всего, срок вышел, я их выкинула, новые не заказывала. А вот сейчас вспомнила, что они мне нужны, и они как раз по купончикам мне попались. В принципе, стоящий такой цвет, клевый, холодный такой, коричневый. Я бы его так описала. Нисколько не теплый, это что-то типа маркера. И он очень плохо смывается, если не на крем его наносить. Так, далее. Концентрированный гель для стирки 20 стирок 30841. Тоже новинка, еще не пробовала, что они там улучшили. Гель для стирки белого белья 118-42. Сейчас на данный момент дарится еще пачка порошка для Фаберлик драйвовцев. Поэтому я еще порошок буду вам показывать в следующем обзоре. Один за полную стоимость, второй за полцены. Так, это тоже гель для белого, А это у нас концентрированный гель для стирки, тоже обновленная версия. Суперконцентрат. Такой
Ну, цвет такой же, в принципе, остался, судя по колпачку. Артикул 308-40. Ну, буду пробовать. В пустых баночках обязательно вам расскажу. Мой самый любимый кондиционер 118-53. Очень нравится сухая чистка против пятен. Пенный очиститель для ковров, тканей и обивок. Взбалтываем таким образом. Наносим. Вот он пенится таким образом, видите? И потом, после нанесения, вы ждете сколько нужно минут, и потом просто стряхиваете, и пятна уходят. Мне понравилось, я прям рекомендую, ну, смотря, конечно, какие пятна. Если пятно свежее, он мгновенно убирает, даже не этими спреями, а просто салфетками от пятен Дом Фаберлик. Вот, у нас сегодня в Якутске стало плохо немножко из-за температуры. Она тоже у нас поболела. У нас случился казус, ее вырвало. И мы быстренько диван салфетками от пятен почистили, и ничего не заметно. Не обязательно даже спрей применять. Так, дальше. 10898 биогель для очищения хвойный. Но он такой кисленький хвойный. Таблетки для посудомойки в каждом моем обзоре. Поэтому не буду на них заостряться. 30060. Раз в каждом обзоре, значит, нравится. Маска. Очень нравится мне эта маска, поэтому заказала с удовольствием. 10.43 по купонам кликнула. Далее тряпочки пошли. Ой, не помню, по купонам, не по купонам. 110.32. Это из микрофибры для очистки стекол. А вот это у нас идет универсальная, тоже из микрофибры, но такая пушистенькая. 110.31. Вот, есть компания, которая специализируется только на тряпочках. Так вот, ничем не хуже тряпки, скажу честно, потому что покупала и там, и тут, и везде. В общем, только посмеяться. Цены там обалденные, а то же самое все, поэтому... Не знаю. Разницы не увидела. Дальше Vision Support. Это я набрала по купонам БАДов, потому что скоро те БАДы мы уже пропьем и начнем пить следующий. Я не хочу делать перерывов, потому что девочки в чате просто офигенские результаты пишут. Я есть в чате Molecula Force, я есть в чате Чистоты, я во многих есть чатах, я есть в региональных чатах, там вообще все по папкам разложили, кому чего помогло, когда. И, конечно же, я тоже хочу это все пробовать. Вот, поэтому одно пропиваю, другое начинаю. Конечно же, заказала мужу, старшей дочке, у нее тоже 0,5 что-то зрение стало. В общем, 46780, у людей крутые результаты. Зрение восстанавливается. Это очень приятно слышать об компании Faberlic. Cardio Support, ребят, тоже вещь классная, она работает. Мне понравилось, как она работает. Артикул 156-84, поэтому взяла, даже не раздумывая. Тут у меня было сильнейшее сердцебиение во время температуры, прям сердце колотилось. Я мужу говорю, принеси мне 2 Cardio Support. Он мне принес, я выпила, у меня все мгновенно прошло. Понимаете, буквально 10 минут у меня все сердцебиение прошло, без всяких там корвалолов и прочей фигни, извиняюсь за выражение. Далее маска Глина Детокс, пользуюсь ей редко, но она мне нужна. Артикул 7730. Она делает волосы истонченными и грубоватыми, потому что она очень хорошо очищает кожу головы и очень хорошо очищает волосы. Поэтому будьте с этой маской осторожны, делать ее часто нельзя. И после этой маски еще нужно делать питательную маску. Вот тогда вот эффект бомба. Все питательные вещества намного лучше усвоятся. Так, ага, еще один каталожик. Это комплекс антипаразит. Отличный комплекс. Артикул 156-97. Он как раз таки, я посмотрела, идет без биоперина почему-то в составе. У нас все идут с биоперином, а он без. Ну ладно, посмотрим. Значит, он не нужен для жителей, для плохих жителей. Так, это все он. Вот, у меня папульки его опять-таки прописали, поэтому много. Я сейчас буду в Мургино отправлять. Завтра папу повезем. В сторисах покажу, конечно же. Новый ремонт. Мы делали ремонт родителям. Я очень счастлива, что я в состоянии не только себе, но и родителям ремонты делать. Спасибо, Faberlic. Даешь зарабатывать, чтобы помогать своим любимым, родным, близким. Продлевать им жизнь, здоровье с помощью БАДов и так далее. Не удержалась. Вот зачем мне третья тушь? Не удержалась. Обалденная тушь Click and Go. Она очень хорошо кладется на ресницы. Она очень такая жирная, мощная, напитанная. 2 взмахов хватает. 57-67. С ней очень легко сделать паучьи лапки, потому что она реально прям супер-мега объемная. Люблю, обожаю вот эту тушь. Постоянно беру время от времени. Взяла еще по купонам 64.33. Все-таки, кто бы что ни говорил, а вот эта палетка, когда я ее беру с собой в дорогу, ну просто обалденно незаменимая вещь, ребята. Вы посмотрите, какая она крутая. Это пудра, это бронзер. А нет, вот это бронзер, это хайлайтер. Дальше румяна. В общем, вы видите, все в одном. Ей даже макияж можно сделать, если вдруг забыл тени дома. Легкий, клевый, такой свежий весенний макияж получается. Ну и плюс огромнейшее зеркало. Посмотрите, какое оно огромное. Да, видно все. Поэтому я прям считаю, что эта вещь достойна каждой красотки.
Очень удобная и классная. Ну, вот я не знаю, смуглой брюнетке, может быть, конечно, это будет совсем ни о чем. Но вот мне, а светлокожей блондинке, прям даже макияж целиком можно сделать. Такой дневной, хороший, добротный макияж. Конечно, главное тушь не забыть. Так, слушайте, артикул. Артикул 6433. Так, далее. Вот такой шампунь, интенсивно очищающий для жирных волос. У Катюшки волосы опять по пояс обрезали, потому что надоело. Уже они там ниже попы стали. Мы ее, хоп, по талию. Прямо по талию. Вот прямо вот до копчика, выше копчика сделали ей, потому что уже все, сил нету. Такого я заказала, не знаю, штук, наверное, 15. Потому что карточки куда-то хочется деть, а карточек очень много. Много, потому что я заказала БАДы. И там за каждую 500 рублей давали карточку, а БАДов я заказала реально на крупную сумму. И у меня было 200 или 300 карт. Вы представляете? 200 или 300 карт. Поэтому, ну вот, шампуни я тоже заказала много, но я знаю, что они быстро уйдут у Кати. 0191. Классный шампунь, ее любимый. Ей понравился все. Цвет, вкус, запах, аромат, консистенция, морожка. Вот эти северные ягоды. Вообще обалденный аромат. Это вулканический пепел, мицеллярный детокс шампунь. Его на сайте так просто, вот чудеса на виражах, что это, я не могла найти заказать. По артикулу оно не вбивалось, в поисковике его не было. И вдруг он выплывает в распродажу. Мне кажется, ребята, это был косяк от компании Faberlic. Где-то они потом его нашли и поставили, наверное, на остаток. А так его реально не было на сайте, я его реально искала. Я вам рассказывала, что его нет, а тут бабас, и в распродаже он появляется. То есть кто-то хорошо косякнул, не внес его по ходу, и он не продавался, и они решили, что он не продается. А вот иногда не продается по таким причинам. Я его серьезно искала, и искала несколько раз, и пыталась выцепить его чуть ли не 3 месяца. Его реально нигде не было. Реально. Вот, значит, артикул 7722, 250 мл. Вот такая вот красота. Очень классный шампунь, хорошо очищает, но после него, вот после этого шампуня и этой маски, строго необходима какая-то хорошая питательная увлажняющая маска. Они очень хорошо чистят. Это полезно не часто. Пережженным блондинкам вообще раз в месяц хватит. Натуральным волосам можно и 2 раза в месяц. Жирным волосам можно, но там раз в 1,5, например, недели, потому что там очень хорошо чистит. Так, с артикулом 2356 детское мыло, как обычно, Викуськина. Очень яркий, клевый, классный аромат. Так, далее влажные салфетки для интимной гигиены 2607. Это я своей мамульке заказала. Конечно же, открывать не буду без вкуса. Белый цвет, аромата вообще никакого нет. Бальзам для мамы и малыша. Это мультифункциональный бальзам с насыщенной текстурой, который питает, смягчает, устраняет сухость, способствует уменьшению покраснений, раздражений. Идут тут в составе безопасные ингредиенты. Он сводит риск аллергии к минимуму, без отдушек. В общем, все, что нужно моей мамуле. Ей как бы 86 лет, ей надо уже крутые противовозрастные средства, но она не хочет. Она не хочет, ей хочется что-то, ну, вот такое вот. Ну, пожалуйста, мамулечка, завтра мы папу на момент съемки видео повезем. И вот, кстати, вот это тоже Ириночка Тихонова, моя Рубинова, директор, очень любит, которая у нас жила. Она его увидела. Ой, говорит, у меня кончился. Вот я такой тоже очень люблю. Артикул 2799. 50 мл он идет. Ей, кстати, хватает на очень много. Она прям его хранит. В очень редких случаях им пользуется. Я говорю, мама, открытый полгода. Выкидывай, если не дорасходовала. Так она, вы представляете, взяла и быстрее на себя измазала, чтобы я не выкинула. Там было чуть меньше половины. Я говорю, господи. Ну вот, привыкли люди экономить. Суперские ампулы, концентрат-активатор густоты волос с артикулом 1693, без запаха. Ну, может быть, что-то, наверное, лимонный какой-то у них все-таки аромат есть немножечко. Цвет такой слегка желтоватенький у них. Такие вот ампулки, которые вы, если хотите, прям у вас уже посыпались волосы, это не дай бог никому, то 16,93 вы покупаете целую пачку и 6 дней подряд пользуетесь. Тут как раз 6 штук по 5 мл. А если вам хочется просто время от времени, да, вот я после мытья головы посижу немножечко, повтираю, вот так вот, 2-3 раза в неделю, ну, после каждого мытья головы, то у меня, конечно, растягивается. Вот, смотря какая проблема, какую проблему хочется решить. Дальше. Смотрите, это новинка. Еще ни разу у меня не было его на канале. Поэтому еще вы увидите тут сбоку видео. Это CC-крем. Ну, посмотрим, что за красота. Он должен быть хороший, уходовый. Я буду очень надеяться, что он мне не будет желтить. Потому что прошлый CC-крем, очень яркий, кстати, вкусный аромат. Прошлый CC-крем мне не понравился тем, что он желтил. Этот вроде бы ничего так, вроде бы неплохо. Ну, посмотрим, увидим. Так, дальше, значит, помады гигиенические детские.
как я их называю, до и после. Это артикул 47-41, он идет как восстанавливающий, это после прогулки, а до прогулки 47-40 он идет защитный для губ. Очень красивый дизайн, сколько раз беру, столько раз мой ребенок прям счастлива, и по ходу дела она один откусила, или они уже измазали, не знаю, но я уже, по-моему, четвертый раз за зиму заказываю. Но четвертый точно, не пятый. Они яркие ароматы, они вкусненькие, приятненькие. В общем, отдаю Викуське. Она там свою косметичку кладет, складывает, считает. Так, это БАДы те же самые, поэтому я их так перекладываю. Далее. Что далее? Это фитобальзам с живицей для тела. Что он делает? Благодаря восстанавливающим свойствам живицы и кедрового масла, фитобальзам является универсальным средством, питает, смягчает кожу, в том числе сухую и шелушащуюся, омолаживает. В принципе, он еще идет там от ударов, от всего. Поэтому вот эти вот новинки, о которых говорили на форуме, тут вот вставочка про них сейчас после этого видео. Слушайте, очень такой приятный, классный, мятный аромат. Прямо лесом пахнет. Господи, я хочу в лес погулять. Прямо вообще растравили душу. Прям не могу. Здравствуйте, друзья. Как только наступает весна, мы будто пробуждаемся от зимней спячки. Врачи доказали, что весной у нас пропадает сонливость, мы становимся бодрыми, радостными и даже быстрее теряем лишние килограммы из-за перестройки гормональной системы. Но именно весной мы часто попадаем в ловушку самоуверенности. Ведь весна – очень непростое время для нашего организма, который перестраивается, требует бережного к себе отношения. А мы спешим скинуть теплую одежду, переодеться в легкие платья, шпильки, не рассчитываем нагрузки, переохлаждаемся, не знаем меры в тренировках, проводим все свободное время в саду и на грядках. В результате получаем букет проблем, которые совсем не радуют. Простуда, растяжение, боли в суставах, проблемы с кожей. Что же делать, чтобы уберечь себя от неприятностей? Вот простые полезные советы на каждый день для хорошего самочувствия, которые помогут вам пережить межсезонье. Что же рекомендуют эксперты? Для постепенного бережного перехода в новый сезон внедряйте не более одной новой привычки или активности раз в 2-3 недели. Так организму проще адаптироваться. Давайте телу умеренные нагрузки. Особенно позаботьтесь о ногах во избежание варикоза. Воздерживайтесь от подъема непосильных тяжестей. Это печально скажется на мышцах и суставах. Не перегревайте и не переохлаждайте организм. Не спешите расстаться с шапкой, если на улице холодно. Носите удобную обувь. Избегайте давящей одежды. Свободная одежда дает крови свободнее бежать по сосудам, а кислороду поступать к клеткам. Скорректируйте рацион. Добавьте в меню растительную пищу. Сезонные овощи или фрукты. Они станут источниками витаминов и клетчатки, которая поможет в борьбе с лишними килограммами. Но если что-то пошло не так, то наша космецевтическая линия «Эксперт Фарма» поможет вам справиться со сложностями. Итак, одна из самых частых проблем межсезонья – простуда. Весной иммунитет снижен, перепад температур непредсказуем. Один пикник на ветерке, и вот мы уже не можем заставить себя подняться с постели, пьем лекарства и хлюпаем носом. Новинка нашего четвертого каталога – фитобальзам для кожи вокруг носа. Помогает справиться с неприятным спутником насморка – раздраженной кожи вокруг носа и губ. В него входят масла ши, миндальное масло, камфора натуральная, которые ухаживают за сухой кожей, восстанавливают, улучшают ее защитную реакцию и избавляют от шелушения. А вдыхание паров эфирных масел эвкалипта, мяты, чайного дерева и листьев корицы благотворно влияет на дыхательные пути и облегчает насморк. Часто бывает, что мы не можем перейти на открытые платья и босоножки из-за того, что за зиму кожа устала, стала более сухой и уязвимой. Исправить ситуацию поможет фитобальзам с живицей, еще одна новинка пятого каталога. Благодаря восстанавливающим свойствам живицы и кедрового масла, фитобальзам стал отличным универсальным средством. Он улучшает общее состояние кожи, питает ее, смягчает. Именно он поможет справиться с сухостью и шелушением. Живица знаменита своими противовоспалительным и антибикробным действием. А кедровое масло способствует полноценному питанию кожи и является одним из самых эффективных средств при ее шелушении и огрубении. Что же еще расстраивает нас по весне? Синяки от тренировок или неловких падений, растяжки, которые могут возникнуть, например, из-за быстрого похудения, за которым кожа никак не поспевает. Такая кожа нуждается в усиленном питании, увлажнении, улучшении микроциркуляции. И поможет ей крем-бальзам для тела с мумиё. Он помогает сохранить упругость и эластичность кожи. Алтайское мумиё, которое входит в состав, это уникальный комплекс, у него масса полезных свойств. Прежде всего, он помогает регенерировать кожу. Помимо мумиё, в активную форму входит экстракт календулы, витамин F и эфирное масло пихтовой хвои. Они дополняют и усиливают действия друг друга. Экстракт календулы идеально подходит для лечения ран, синяков и воспалений. Витамин F повышает регенерацию кожи, питает и увлажняет ее. Эфирное масло пихтовой хвои устраняет воспаление, очищает, успокаивает. Словом, крем-бальзам не только отлично борется с синяками, растяжками и снижением тонуса кожи, но и обладает омолаживающими свойствами. И, конечно же, не забываем о наших бестселлерах. Одна из самых насущных летних проблем – укусы насекомых. Хорошо знакомый вам универсальный крем с аргинином
справиться с зудом, покраснениями, раздражениями кожи после укусов комаров и мошки. Средство содержит биоактивную формулу аргинина, аргинин ПЦА и комплекс натуральных экстрактов – имбиря, плодов, каштана, донника, листьев подорожника. Они восстанавливают, улучшают защитную реакцию кожи. Неприятные ощущения после физической нагрузки в области суставов и поясницы поможет снять бальзам-растирка с пчелиным ядом. Он обладает легким разогревающим и обезболивающим свойством. В формулу входит также экстракт шалфея, эфирное масло чайного дерева и мяты полевой. Используйте после физических нагрузок или перед сном, чтобы проснуться на утро бодрым и здоровым. Активная прогулка или несколько приседаний у открытого окна помогут вернуть бодрость телу, улучшить циркуляцию крови, обмен веществ. А если ваши суставы с этим не согласны, используйте бальзам-растирку с сабельником. Сабельник используется с давних времен. Его целебное действие на суставы доказано научно. Эффективная формула с экстрактом сабельника, шалфея, эфирным маслом чайного дерева оказывает местное разогревающее действие на кожу. Этот бальзам прекрасно снимет напряжение и болезненные ощущения в суставах после физической нагрузки. Подведем итог. Даже если все вокруг весной только и твердят о важности быть в форме в скором пляжном сезоне, не спешите садиться на радикальную диету или изнурять себя в спортзале. Дайте телу время на адаптацию, следуйте полезным советам от эксперт-фарма, ведь сейчас, как никогда, мы нуждаемся в бережной заботе. Будьте здоровы и активны! Очень хорошенькие. Но я на них еще сниму отдельный обзор. Именно обзор VIP-новинок, чистых VIP-новинок. Тут их просто очень много. Далее, вот они есть, эти Идео. Но давайте о них я сниму уже в следующем видео, потому что их, к сожалению, этих VIP-новинок целая огромная куча. Вот, поэтому я буду их снимать потом. Так, это карандаш, автоматический карандаш для глаз. Он мне очень понравился, предыдущий практически закончился, поэтому я заказала новый. Он классно наносится, он очень хорошо тушуется, 58-23 артикул, великолепнейший, держится тени, просто супер. Поэтому я прям его обожаю. Дальше, дневной крем для лица, омоложение и защита SPF 15, как раз на весну супер, 06-51 артикул, обожаю. Далее, они у меня очень часто в пустых баночках, они, наверное, вам уже надоели, но они мне безумно нравятся. Это восстанавливающий активный спрей с артикулом 02-56. Очень крутая штука, легкая, суперская. И масочки увлажнять, и глиняные маски увлажнять, и просто так с собой в сумочке носить, лицо увлажнять, и в жару с собой, и лед намораживать, льдом протирать, и так далее. Дальше, значит, очищающая пенка для полости рта, 50 мл, артикул 18-13, рот прополоскали, выплюнули, даже на лед убирается. Чистота просто обалденная во рту, я кайфую с нее. Мой любимый, один из моих любимейших, можно даже так выразиться, такой вот получается восстанавливающая сыворотка для всех типов волос Lotus. Известно он своими полезными микроэлементами и так далее. Что мне нравится? Волосы клевые, классные, рассыпчатые, обалденные. Я просто не могу, я с нее кайфую. Артикул 7734. У нее нежный, легкий такой аромат свежести. Просто обалденный. Да, 7734. Вот она такая. Она не склеивает, не утяжеляет волосы. Ничего она такого с ними не делает, кроме того, как делает их такими, знаете, эластичными, рассыпчатыми и клевыми. Просто обожаю наносить, особенно перед сушкой шампуня. Это интенсивная маска для нейтрализации желтизны осветленных волос 27-12. Как-то я говорила, что она мне не нравится, она течет. Походу, ее исправили, она больше не течет. И когда я ее делала последний раз, ужасно комфортно, клево, классно. И шампуня для нейтрализации желтизны уходит намного меньше, потому что с маской какое-то действие пролонгированное. Шампунь плюс маска, как нейтрализатор желтизны, нейтрализует на очень долго, их хватает на очень долго. Я могу несколько раз помыть голову, не как после шампуня, а вот маска плюс шампунь как-то вот на дольше. И мне понравилось, прям безумно. И волосы мягче, ухоженнее, лучше, понимаете? Мягче, ухоженнее и лучше волосы, когда сначала это, а потом еще бальзам. Поэтому я прям в восторге. Бальзам у меня еще есть, а вот шампунь я заказала. Шампунь 2710 и маска 2712 для нейтрализации желтизны. Клевая парочка. Сначала нейтрализуете желтизну шампунем, потом делаете сверху маску, а потом бальзам такой же линейки. Божечки ты мой, как мне нравится. Мне очень-очень-очень нравится. Я вам вот клянусь, прям супер. Так, дальше. Бальзамы уходовые. Один бальзам идет Anti-Age, так, это антивозраст, артикул 40-763. И второй идет витаминный, артикул 40-400. Такие вот они клевые, классные. По-моему, они идут даже не оттеночные. Если оттеночные, то практически ничего и не заметно. Моделирующая тушь Click & Go. Это я заказала на подарок.
одной девушки, поэтому открывать не буду. Пена, ну это дубляж. Ох, как меня сводит с ума ребенок с этими наклейками. Они, кстати, татуированные. Они очень классно смотрятся на взрослых женщинах. Просто они очень красивые. Но ребенок решила, что это ей. Я ей заказала в этот раз 10 штучек. Мы ей постоянно вот тут вот на ручку прилепляем, чтобы она была довольна, находит всем хвастается. То вот эту штучку, а я ее куда-нибудь сюда, да, сделаю. То вот эту штучку, как браслетик. Она постоянно ходит, и они должны быть. Ей очень нравится. Ну истинная леди. 38-26 артикул. Я не могу ей отказать, потому что она так тщательно следит, чтобы у нее всегда все было клево. В общем, воображуля моя любимая. Хвалю и рекомендую, заказываю уже второй раз. Это новинка Монарда плюс витамин Е. Идет как масло Монарды для ногтей и кутикулы. Очень классная штука. Ну, Монарда, она идет как противогрибковая. Вдруг что-то у вас есть, да, а вы не знаете. Ну, вот оно заодно и уйдет, и вы знать не будете. Это очень хорошо, во-первых. И, во-вторых, оно восстанавливает, питает ногтевую пластину. Оно предотвращает появление трещин и заусенец. И является вспомогательным косметическим средством при грибковом поражении ногтей. В общем, шикарно, шикарно. Мне кажется, даже вот очень классная штука для нейл-мастеров, которые действительно ценят безопасность своих клиентов и так далее, какой-то вот такой уход. В общем, хорошее масло, и оно мне понравилось. Какой бы толстый слой я не нанесла, и вот я вам честно слово говорю, оно как будто вот впитывается и высыхает на коже, кожа просто остается ухоженной, и никакого вот этого вот жира терпеть не нужно. Буквально, ну, 3 минуты и все. И оно, даже толстенный слой, просто куда-то уходит и девается. Мне это безумно нравится, поэтому рекомендую, присмотритесь к этой штучке. Артикул 6734, прям клевая штучка. Дальше, паста со фтором. То есть до этого была без фтора, это со фтором. Посмотрим. 28,85. Она идет 6+. Как говорят, что до 6 лет фтор не нужен. Ну, вот такая вот густая. Кстати, вкусная. Очень вкусная. Вкуснятина какая. Какой-то бабл-гамовый апельсин, что ли. Не совсем поняла. Еще и мятный. Бабл-гамовый мятный апельсин. Ну, реально вкуснятина. Значит, 50 мл, 28,85. Даже не знаю, я, наверное, сама израсходую. Она слишком вкусная, у меня ее Вика съест. С таким диагнозом, как у Вики, мне кажется, ну, у нас аутизм, да, кто не знает, мне кажется, нельзя такое давать. Она сожрет, это очень вкусно, это прям мега вкусно. Еще обалдеть. А вот, кстати, тот самый гель для бритья, который я как раз-таки хвалила, потому что его очень-очень любит муж. Артикул 81-47. Я уже вся тут такая, да, ну, тут защелочка была. Вот. Вот он такой гель, он его наносит таким образом, и ему видно, что он бреет. Ему не надо переживать, что он что-то срежет. Ему поэтому оно нравится. И бритва, кстати, меньше бритва засирается, как он мне сказал. Поэтому 81-47, 100 мл, это не только вкусный аромат, но это реально клевый, классный гель для бритья. Прям реально клевый. Далее, что же я взяла? Моя любимая зубная паста. Самая-самая любимая из всех любимых зубных паст. Артикул 1657. Профилактическая зубная паста Sensitive для чувствительных зубов. Сколько раз она меня выручала, это просто не описать. Это та вещь, которая, вот мне кажется, недооценена многими. Вот честное слово, недооценена. Тут написано, что с первого применения снижает повышенную чувствительность зубов. Да, снижает, действительно. Я могу и яблоко поесть, хотя до этого я не могла. Вот что я хочу сказать вам еще. У ребенка заболел зуб. Она ревет, она не может есть, она ничего не может. Ей больно. И я ей просто по-хорошему 2 раза подряд зуб почистила. Ну, молочный зуб на удаление, тот полез. В общем, ну, больно ей, да. Ребенок спокойно поела. Я ее еще раз почистила, она спокойно проспала ночь, и нам не надо было никуда ночью ехать. Но мы просто с утра спокойно съездили в хорошую клинику, и нам там очень добрый дядя все удалил. Вот и все. Вот представляете, вот такая вот зубная паста для чувствительных зубов. Если, конечно, там не супер-мега все запущено, то 1657 даже в таких ситуациях помогает быстро на раз, два, три. Также она способствует реминерализации и восстановлению эмали, но это я не знаю, как проверить, к сожалению. Дальше она содержит мягкие очищающие компоненты, не травмирующие эмаль. Ну да, чувствуется, что есть что-то такое. Но оно до такой степени еле заметное. Может быть, язычком об небо вы почувствовать только сможете. И то оно, по-моему, растворяется потом. Да, освежает ротовую полость. У нее, кстати, предотвращает появление неприятного запаха. У нее, кстати, нежный мятный аромат. Не бьющий в нос, не ядреный. Я еще вот за это ее люблю, что она реально вот самое то. Для меня она самое то. Я не люблю термоядерные. Так, ну это пудра для лица Wet n Dry Perfect Me. Она у меня в каждом обзоре. Это я заказала в запаснике. Артикул 6349. Классная пудра. Можно наносить влажным и сухим способом. Далее тени. Вот такие вот классные, клевые тени. Тоже взяла один
на подарок, а второй себе в запасники, потому что у меня вот эти двое теней, они практически уже ушли. Я просто люблю теплые коричневые тени, и все, у меня их практически уже нету. Черные остались, вот эти много осталось, эти тоже уже практически все стерто. Классные матовые тени, они хорошо кладутся, они долго держатся, они не скатываются без всяких специальных средств, они не скатываются. Классно, 6 штук по 0,75 грамма они идут, и артикул 5739. Вообще супер палетка, ей классно даже делать контуринг. Я как-то раз, опять-таки, да, вот видите, поменялась местами, да, начало-конец видео, как-то раз забыла с собой взять, и я делала черную подводочку, не так было заметно, что я ресницы не накрасила, то есть косметичку забыла, а вот это у меня в сумке лежало, не помню почему, но оно лежало у меня в сумочке, в переноске, да, в маленькой, и очень классно я отконтурировала, я купила всего лишь, зашла в магазин одну кисточку, и я купила всего лишь одну кисточку для макияжа, просто в магазине, для контуринга купила, и для маленькую вот эту тени нанести, и все. Ребят, вообще красотища. Классный получился. И контуринг, и все. Ну, единственное, что без румян, конечно, да. Так, Just Bloom водичка по купонам 33,68. Легкий такой классный аромат. Держится, кстати, не супер долго, но очень нравится мне безумно. Но если вы ее даже нанесли на волосистую часть головы, да, вот сзади, там на затылок, вот я люблю наносить, дня три будет аромат держаться даже после помывки головы. Мне понравилось. Далее сыворотка-активатор. Вот сейчас я как раз-таки открыла Bloom, но одной сыворотки мне не хватало. Я ее кликнула, заказала, и как раз одна уже подходит к концу, и я вот сейчас эту вторую открою, и дневной ночной крем этой линейки израсходую с удовольствием. Артикул 0149, она идет 45+. Внимание, кто меня молоденький смотрит, 45+, она идет, поэтому раньше времени не стоит, думаю, брать. Сыворотка активатор для лица, антивозрастной уход, она идет для всех типов кожи, без парабенов. Классная сыворотка, клевая, проходила уже я курс полностью вот с такой вот красной линейкой Bloom, и могу сказать, что я в приятном шоке. Очень хорошая линейка, очень классная сыворотка, хорошо кладется. Ну, конечно, если сильно много ее положить на лицо, то косметика будет сворачиваться. Но если не сильно много, то все окей у вас будет. Далее, Sparkling Lights Happy аромадиффузеры. Артикул 10081, моя любовь. Очень-очень вкусный аромат, очень вкусный. Так, и Aromamania Aqua. Недавно заказала на форум все по одной штучке. Ну и что вы думаете? Меня купили. Да, купили. Очень классный аромат 3027. Вот такая вот красота. Ну, в принципе, все. Шарики для устранения запаха стары как мир, поэтому вы уже, наверное, их знаете. Надо их просто обновить мне в холодильнике, те убрать, новые положить. Артикул 111.60. Очень нравится. Очень нравится. Кто-то пишет, не помогает. Ну, мне вот помогает. Так, новые лаки для ногтей. Да, будем смотреть. Ух ты, какие темные. Обалдеть, какие темные. Так, в принципе, у меня тут есть, да, жидкость для снятия лака. Так вот на руке, если попробовать, ну вообще, прямо как ночь темная получается, прям темнощее. Так, но не высохнут, он будет глянцевый. А это, вай, это черный лак. Ну, им только рисовать, я вот черные лаки не люблю, к сожалению. Но все кликнуло, все, что было, все кликнуло. Там сейчас VIP-новинков лаков много, но мне вот только эти два достались. Ну все, мои дорогие, с вами была Конова Аня, а VIP-новинки сниму отдельно обязательно. Всем пока-пока!